Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Учжэне с руководителями китайских и российских интернет-компаний. Главной темой встречи стало сотрудничество в развитии интернет-сферы. Основатель крупнейшего китайского онлайн-ритейлера Alibaba Джек Ма заявил, что поддерживает инициативу по созданию интернет-площадки для экспорта товаров из Российской Федерации. Платформа позволит продавать российские товары в Китае, Азии и по всему миру, подчеркивает бизнесмен. Alibaba надеется принять активное участие в развитии российской инфраструктуры для электронной торговли. Напомним, идею о создании интернет-площадки для российских производителей в своем послании Федеральному собранию высказал президент России Владимир Путин.